у нас появилась в масле вода, сплошная эмульсия такая вот пошла. Открыли пробки, будем сливать. Снимаем трубки, будем смотреть, что там случилось. Увидели, что блок был разморожен, и его клеили и заделывали какое-то отверстие. Будем смотреть, там будем снимать центрифугу, корпус центрифуги. Будем смотреть, что там за центрифугой находится. Будем смотреть, что там. Все. Снимаем. Хорошая жижа вовнутри. Как сметана. Обнаружили вот такая крышка тут. Что за ней скрывается, непонятно. Там сплошная непонятка. Тут клеили. Трещина была, наверное, на эпоксидке, на резиновой прокладке. Это все было заделано. Что там надо? Давай открываем. Открываем, смотрим, что там за ней. Люк открывается. Открывается люк. Движение. Приклеено. Есть, идут. Есть. Наблюдаю движение. О, такое. Что произошло? О, происходит. Отличная чугунка. Горит. Собрал. Отверстие. Толстый чугун. Ну вот так, друзья. Ничего не получилось. Внутри там все нормально. Залили бензин. Нижняя часть, там где гильза заходит в блок. И вниз ничего не показалось. Значит, это где-то выше трещина. Блоки или гильза имеет трещину. Надо разбирать и смотреть дальше, что там. Сняли головку блока цилиндра. Вернее, головку одного цилиндра. Смотрим, что внутри. Износа практически не чувствуется. Все хорошо, но вода пошла почему-то в масло. Получилась эмульсия. Теперь стали искать причину. Все как-то непонятно. Прокладка вроде целая. Еще осталось. Сняли тут. Это самые старые, которые заделано отверстие. Была пластина. Это сняли. Поставили на резинку другую. Заливали водой. И нигде ничего снизу не появилось. Сейчас надо смотреть. Открутили нижнюю крышку шатуна, будем извлекать поршень с шатуном и потом гильз будем извлекать. Там внутри все хорошо, кроме того, что эмульсии полно, все. Все белое было, сейчас протер тряпкой чуть. Будем смотреть, как получится извлечь. Стоит. Ладно, старая. Я держаться. Держаться. Уй, получился. Вот так вот.
внутри. Все отлично. Внутри. Такой. Товарищи, друзья, извлекаем гильзу. Ответственный момент. Поставили все наши молотки, которые у нас имеются. Гильза идет. Сделали приспособление. Всей сваркой воспользовались. Тут, кажется, идет на ятрицу. Внутри. Таким образом. Уже от руки идет. Все. Происходит. На ноги не упасть, как бы. Но что там? Все легко. Резина есть там? Что-то есть? Какие-то пружинки. Что нашли? Нашли трещину. Похоже, что она проходит сюда, в эту полость, где находится там масло, масляная полость, где толкатели клапанов работает. В ту полость проходит какая-то трещина. Он был наружу, выдавил лед и во внутрь, в эту сторону.